Это сорт вишни под названием Джейд. Дереву 3 года. Урожайность выше средней. Даже, можно сказать, высокая. Дерево небольшое, высотой около 2–2,5 метров. Не выше. Плоды темно-красные. На 7 июля полностью созрели. Особенностью плодов является то, что они хрящеватые, как черешня. Кисло-сладкого вкуса. Сок этих плодов ярко-красный. Думаем, что этот сорт хорошо подойдет под заморозку. Универсальное значение. Это первое плодоношение этого сорта на нашем испытательном участке. Наблюдаем, что он себе представляет. Хорошо этот сорт перенес критическую весну 2023 года и плодоносит. Здесь на северном склоне позже вступает в вегетацию и уходит от заморозков. Сорт вишни под названием Джейд. Дерево среднерослое, подвой колт. Возраст дерева 3 года. Здесь под деревом мульча.